Всем привет, ребята! Мы сделали свой собственный сайт по рандомным ключам Steam. Он называется keyrate.ru. Сейчас мы даем скидку 50% на все ключи. То есть самый минимальный кейс будет стоить всего лишь 40 рублей. И сейчас я вам покажу, что может выпасть за 100 рублей в самом дорогом бриллиантовом кейсе. Вот сейчас подтверждаю, и вот ссылочка на гифт CS GO. Мне выпало CS GO, ребята, может выпасть и GTA 5, и может выпасть и Rust. В общем, заходите, отличный магазин, только специально для вас, скидка 50% keyrate.ru. Бля, что за нахуй? Ух ты, ёбаный рот. Всем привет, ребята, с вами Потусторонняя. Вот, все-таки мы уже решились, короче, на этот ритуал. Прикинь, у нас ничего не получится. Надеюсь, у нас все получится, ребят. И мы эту игрушку выкинем, сожжем, закопаем или я не знаю. Ну, надеюсь, у нас получится очистить дом от полтергейста. Ладно, давай объясним, кто не понял, кто вообще не понимает, что происходит первый раз. Может, так, вот здесь камера раз, вот здесь камера два. Вот она. Короче, ребят, вот эта простая игрушка. Мы хотим в нее запечатать этого полтергейста, который где-то тут дома обитает. Сейчас мы приготовили ловушку. Получается, вот это ловушка, а вот это для призыва. То есть, логично, что нужно вначале его призвать, чтобы он сейчас начал... Ну, точнее, чтобы он пришел в эту комнату. Ну да, чтобы он именно здесь был, и мы его... Потом у нас есть вот эта вот соль. Мы ее запечатаем двери. Вот здесь. Ну, на балконе. Тоже надо. Ну да, и на балконе тоже. И он останется в этой комнате. Потом мы возьмем ловушку и прочитаем на латыни заклинание, то есть ритуал для запечатывания. Ну, в принципе, все. Фух. Надеюсь, у нас все получится, ребят. Если нет, бля, я не знаю, что будет. Ну ладно, начинаем, да? Ну, попробуем хотя бы. Ну пока он вообще не активный, пока ничего не было. Я не знаю, пока он что слышит нас, типа, что мы приготовили или нет. Настроиться что? Демон. Конключа. Омни. Слышал стук? Ладно, продолжай. Проворити. And. Me. Верю. Венес. Эд. Видем. Эо. Павене. Эд. Сигна. Ин. Субкрейтор. Ин. Демони. Демони. Ностри. Лес. Кристи. Ти. Демон. Конклюцер. Омни. Провоти. Да чё она переключает? Продолжай. Эд. Вильям. Венес. Эд. Павене, эт сигна, ин, субета, ин, номен, домини, ностри, лес, кристи, де. Что ты чувствуешь? Нет. Ну, походу, надо... Вот, еще раз прочитать и что-то должно быть. Пока очень как-то тихо, подозрительно. Демон. Конклюцер. Деомни. Проватия. Ан. Эд. Вирум. Венес. Эд. Виткем. Павоне. Эд. Сигна. Ин. Субъекта.
Ин. Домин. Ностри. Кристи. Те. Все. Мы должны были... чтобы он, ну, пришел сюда. Че, тут уже или че? Ну я ничего не чувствую. Ты сейчас тоже чувствуешь? Нет. Это очень странно как. Еще. Ну я не знаю. Ну как-то странно, типа. Может еще раз? Еще раз почитать? Ну, наверное. Демон. Конклюция. Деомни. Проакция. Эд. Вирио. Венес. Эд. Вирио. Павена. Эд. Сигне. Ин. Сука. Сука, он, блядь, тут нахуй. Так, 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 подожди. Ин. Сука. Ты даже не шарахнулся, чувак. Да, блядь. Вот это хуйня, что ли? Может, закроешь ее? Блядь, сам закрою. Ладно. Так, так, соль. Субъект. Ин. Номер. Домин. Ностер. Лес. Крист. Де. Все, он тут, давай, давай, давай. Так я хуярю. Демон. Конклюция. Де Омни. Провон. Эд. Де Виро. Венет. Эд. Виндера. Павелис. Сидня. Ин. Вот здесь. Субъект. Ин. И тут. Так. Что теперь? Нормально, Домини. Я не знаю, блядь, он уже здесь. Может мне не читать уже? Ностри. Лэк. Блядь, короче. Ты там, позахеряч? Что? Да, вон, видишь, соль вон. Ну, чувак. Теперь нужно этот текст заодно наоборот прочитать, чё? Фух, сейчас он, походу, будет буянить или чё? Это уже будет вселение. Что-то я отойду, да? Да давай со мной, блядь. Иди сюда, наверное. Там, блядь. Фух, блядь, чувак. Давай. Блядь, что за нахуй? Ух ты ж, ёбаный рот. Блядь. Какого хуя, блядь? Он что, блядь, селился в куклу и вылетел из комнаты или что? Я не знаю, но он не на пентаграмме, чувак. Нихуя не получится, надо его положить, блядь. Иди возьми, блядь, иди. Блядь, чувак. Блядь. Так какая-то нахуй хуйня. Он здесь, что? Чувак, с нами такого еще никогда не было. Он, походу, здесь уже. Давай нахуй всякий. Как он вылетел туда, чувак? Я не знаю. Ну изгонять мы его точно не будем, просто мы его запечатали, походу. Он здесь или нет? Да! Так у нас вышло, типа? Я не знаю. Я тоже не знаю, чувак. Вышло или нет, просто я не понимаю. Она улетела, блядь, ёбаная кукла. Да я видел, блядь. И как проверить, чувак? Вдруг он там просто, типа, сам ее типа бросил, чтобы сделать вид, что он там. Ну, давай, я не знаю. Да что он сейчас ничего не делает? Короче, давай еще раз прочитаем, я не знаю. Пробуем так. Возьми, может, в руку и куклу эту. Да ну нахуй, блядь. А вдруг он как-то может в меня, ну и нахуй, блядь. Хочешь, ты его возьми? Да не. Демон. Конклюция. Деомни. Провоци. Ван. Эд. Ми. Вэйом.
Venus at Vedum and Paulinus at Sign in Subrecto in Nomen Domini Nostri Les Christi Dei. Я не знаю, чувак, это... Может, ну, чувак, потом просто выкинем эту игрушку нахер. Походу он да там... Да блин, может быть. What the fuck, блядь? Что нахуй происходит? Что за нахуй? Как он вообще, блядь, отцепился? Я не знаю. Как будто их кто-то содрал, блядь. Пиздец, блядь. Пиздец. И что это значит, блядь? Блядь, что с ним происходит, чувак? Что с ней, блядь? Что с ним, блядь, происходит, чувак? Что за хуйня, блядь? Я не знаю. Он какой-то черный стал, блядь, или что? Я не знаю, что это за пиздец, чувак? Блядь, я не знаю, чувак, что с ним делать. Я не знаю, блядь. Мы думали в игрушку вообще его за... Я не понимаю, он в игрушке или как будто что, блядь? Я не знаю, чувак, что делать. Что делать? Короче, блядь. Я не знаю и не курю, блядь. Может, офаемся нахуй, потому что пиздец какой-то. Надо съебывать, чувак. Бля, короче, все, собирайся. Собирайся, блядь!